Пожар, повредивший сразу два автомобиля, зарегистрирован в ночь с понедельника на вторник на улице Ванцетти областного центра. Сигнал о возгорании поступил спасателям в 3 часа 12 минут. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение автомобиля с угрозой распространения огня еще на один, припаркованный неподалеку. Уберечь от пожара второй автомобиль не удалось. В результате ночного происшествия на Ванцетти повреждены два транспортных средства – автомобили «Мерседес» и «Киа» на площади 11 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара является занос открытого источника зажигания. По факту пожара проводится доследственная проверка.